you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом ролика хотел бы посмотреть вам группу КРМП, Король Мимасов. Это группа моего подписчика. Здесь выходят мимасы по поводу Мазинга. В принципе, есть на что посмотреть. Сам подпишусь, в принципе, буду тоже смотреть, что здесь есть. Точнее, уже подписался. Давайте поможем набрать чуваку нормально подписчика в группе. Ссылочку я оставлю в описании, так что обязательно подписывайтесь. Приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в крималочку на серии Мазинг Реплей, первый сервер. Мне Кирилл Бутбулови, и сегодня буду создавать новую фому. Это просто охуенно. Для чего я это делаю? Потому что моя фома, которая была, она была на основе. А основу, как вы знаете, мы деактивировали. И мне нужно сделать новую. Семью, потому что я не могу никого не повысить, ну, как бы замом сделать, никого не уволить, никого не принять. И меня это вполне устраивает. Большое спасибо подписчику, который дал мне 600 тысяч, не, или 500 тысяч, по-моему, дал, ну, неважно. Короче, большое ему спасибо. Если бы не он, сейчас бы мы фому не сделали. Сейчас я буду ливать свои фомы, так, фэ-лэ-алэ. Вот, покинул семью по собственному желанию. И сейчас я создам новую семью. Когда семью? Я реально не помню, надо по-русски писать или по-английски. Я просто тогда писал по-английски, мол, у меня баганулось. Как хочешь. Давайте. Так, вот мне ответили на самом деле, потому что я не знаю, как по-английски будет. Так, давайте. Еще раз подойдем сюда. Так, вот я прописал, короче, создать Family Kill Game. Так. Давайте тоже пишем Fay Invite и 143. Да. Баганулось, как всегда. Вот постоянно багается, блядь, эта хуйня. Пишешь нормально по-английски, багается, блядь. Реально бесит. Так, давайте вызовем самку, ранг 143, фэ-ранг прописываем. Теперь это, короче, будет новая фома. Находите меня и буду я вас принимать. Так, фэ-инвайт 266 120. Ай, господи. Так, погнали на улицу. Это теперь будет новая семья. Вон моя бэха стоит, погнали в нее сядем. Реально, блядь, вот не могут уже хуй знает сколько профиксить эту хуйню, блядь, с багом. Реально это бесит, потому что ты пишешь нормально, тебе, блядь, вон, блядь, эти скобочки ебаные. Реально бесит просто. Минуточку внимания, хочу поставить вам канал Тнэп Патрик. Он снимает видосы по разной тематике, разные игры, кэсочка там, всякие топ-5, поэтому подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании, я тоже подпишусь, и вы подписывайтесь. Давайте поможем парню набрать 500 подписчиков, он старается, снимает каждый день видосики, влаживает, так что подписывайтесь. Просто реально бесит меня. Потому что я, блядь, хочу нормальную семью создать, а мне эти две скобочки, название семьи. Охуенно, блядь. Назвал, блядь, семью. В прошлый раз я так само писал, блядь, ну, тоже подобное писал. В этот раз такая же хуйня. Реально бесит, сука. Просто бесит. Такая дебильная система. Не могут ее профиксить уже, сука, 2 года, блядь. Так, вот я. Так, Фэнвай 134. Ай, блядь. 393. Просто реально бесит.
Так, у нас пишем фон. Ну, в принципе, вот здесь уже есть люди. Так. Давайте пожмем руку. Реально, это важно. Это важно. Вот здесь, кстати, чувак. Так. Ему я... Он дал деньги мне на семью, он дал мне 500 тысяч на семью. Прям от души. Выдал я ему заместителя. Так, вот это надо принять. Фейнвайт и 186. Короче, будете меня встречать на сервере. Пишите, чтобы я вас принял. Теперь я могу принимать семью. В принципе, и вонять могу. Давайте. Оф. Или как там? Хоф. Ладно, не помню, короче, команду эту. У нас тут в семье вот все, в принципе, кого уже приняли. Тут 6-7 человек уже. Ну, в принципе, кого не приняли, то того это их будем тоже принимать. Поэтому, думаю, все будет нормально. Все будет четко. Беха в строю. Давно вы ее не видели, наверное, Беху эту. Я ее не продал, если что. Я ее никогда не продам. Конечно, у меня к ней не такое отношение, как было к той Бэхе, но все же. Другого, как бы, другого у меня нету. БМВ другое. Я люблю эту БМВ. Не как ту, но приходится и эту любить. На самом-то деле. Так, ладно. Тачку открой. А, закрой. Закрыть ее он имел в виду. Ну, закрыть так закрыть. Ну, ладно, я думаю, на этом будем заканчивать. Вот такая вот получилась серия. Я создал новую семью. Как бы, я думаю, это очень важно. И это нужно было снять. И обратно, да, семья баханулась обратно в очередной раз, как 6 месяцев назад. Или сколько там, 7 месяцев назад, когда я создал семью. Та же самая хуйня произошла и сейчас. Я не понимаю, с чем это связано. Это бах такой. Потом, блядь, в мою семью как-то чувак какой-то попал. Ну, короче, блядь, такая баганая хуйня просто. Я ненавижу эту хрень, блин. Меня это бесит. На этом будем заканчивать. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.